Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу рассказать вам про ксантановую камедь. 50 грамм ее фасовка, поставщик Германия. Эта камедь может выступать как загуститель, также как консервант для хранения продуктов в холоде. Особенность этой камеди в косметике – это гелеобразователь для создания довольно-таки очень полезных для нашей кожи гелей с легкой такой структурой, текстуркой. Также, если правильно эту камедь хранить в холодильнике, тогда она вам прослужит очень долго. Это отличный эмульгатор для кремов, делает однородную эмульсию, очень быстро с ней легко работать. Также можно применять, например, в геле алоэ вера. Тогда это будет гель от кожи, которая очень раздраженная после загара. Также в крем, например, который отбеливает, веснушки станут менее заметны. Можно добавлять, например, в молочко для тела. Тогда кожа будет более мягкая, более нежная, бархатистая. Можно также в маске для волос и лица. Создается на коже такая легенькая защитная пленочка, которая будет контролировать водный баланс кожи, то есть кожа не будет пересушиваться. То же самое касается и кожи головы. У вас не будет появляться перхоть, не будет шелушиться кожа. Также добавляется в шампуни и в кондиционеры для волос. Ваши волосы будут блестящими, красивыми, кончики не будут сыпать, вернется здоровье, красивые волосы, красивая прическа, волосы будут блестеть. Также я хочу вам ее более поближе показать. Вот такой у нас пакетик. На вид она как порошочек. Такая легкая беленькая текстурка. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. В прошлый раз я рассказывала вам про розовый глиттер. Вы сможете увидеть ссылочку на этот обзор под этим видео. Забегайте к нам еще. Не забывайте подписываться. Хорошего вам настроения!